Свежие новости. В Подзажопинске какую-то бабку по телефону наебали цыгане. И вы не поверите, они украли у нее целых 5 рублей. Она звонила в прокуратуру и в полицию. После 5 дней поиска этот уебан был найден в своей обосранной комнате. И вы не поверите, он избивал бедную палку. Полиция задержала этого гондона. Теперь ему грозит штраф в размере 2 пачек чипсов.